Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Христианская притча, она называется «Наклонность». Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непорочными в нем? А что будет, если здоровое семя оставит на солнце, а больное зарыть в землю?» – спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», – ответили ученики. «Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры». Ученики возблагодарили Авву за поучение и удалились в размышления. Вот такая христианская притча, она называется «Наклонность». Пока-пока, до свидания.